1986 году в японский прокат вышел фильм «История котенка», и в нем все роли исполнили настоящие животные. Он повествует о приключениях рыжего кота по имени Чатаран, который благодаря своему природному любопытству и невезению начинает внезапное путешествие по реке в деревянном ящике. На спасение Чатарана отправляется его верный друг, отважный мопс по имени Пуски. Им на пути будут встречаться различные животные, как добрые, так и опасные. Фильм оказался настолько популярным в Японии, что его перевыпустили в США под другим названием и с измененными именами героев. Кот стал Майло, а мопс стал Отисом. На волне этой популярности даже была выпущена компьютерная игра на платформу Famicom Disk System. Именно в нее мы и сыграем. Короче, здесь 24 уровня. Так что готовьтесь. Июнь. Ну и музыка тут, ну такая. Вроде тут можно их давить яблоками. Ну-ка. Да, действительно можно. А еще можно кидаться яйцами. Это как оружие. О, яйку нашел. Отлично. Вот, если сверху выбиваются яблоки вниз, а если снизу, могут выбиться жуки. И яйца. Как бы нас все инстакилит, так что какое-то оружие не помешало бы. Кстати, есть еще таймер, да. Как в Марио. Похоже, сверху менюшка. Некоторая плавность отсутствует в игре. Слишком как будто мало кадров. Интерфейс отдает Марио, да? Да. Какая-то буква Х. А что это интересно такое? Во. А, во, молоко. Молоко дает бессмертие. А, я, наверное, имя собираю. Это буквы, которые, может, жизнь дадут. Как врагов убивать? По идее, яйцами. Ну вот, только... Hell. Hell. Надо собрать слово hell. Блин. Да, блин, моим бессмертием убило врага. А ладно, help, не hell. О, а вот и, кстати, этот. Наш дружбан. Мопсик, похож, да? Звучит. Чего? Он меня убивает? Офигеть, друг! Он вообще нормальный? Блин, да охренеть! Вообще, походу, нельзя увлекаться выбиванием всякого из веток. Зачем яблоки? Я не знаю, зачем яблоки. Может, жизнь дадут за 100 яблок? Может быть. Так, ночь июня. Я так понимаю, день-ночь и заканчивается месяц, да? Учитывая, что 24 уровня, наверное, это... Да блин. Мы должны целый год пробежать. Все, заново. Нет, 5 жизней. Звучит прекрасная музыка. Прекрасная музыка. Почему одна мышь бежит быстрее другой? Интересно. Да блин, чего вы такие медленные? Блин, он ударился об ветку. Ой, теперь здесь упоротая луна, кстати. Ой, рыба из Марио. Да ну, офигеть, еще пиксельные прыжки, а. Ну просто охренеть, кто это, сова? Мышь летучая? Кто-то с огромными глазами, не знаю. Аккуратно. Да, здесь сова просто... Надо... Пиксельный прыжок. Спасибо. Что это такое? А, она ударяется в стену и начинает медленно бежать. А еще они как-то с помощью скроллинга, по-моему, ускоряются. Обратно я идти не могу, да? Ай-яй-яй! О, я могу, кстати, прилечь. Ну хорошо. Птицы. Зубастые. Птицы-вампиры. Фу, я прошел второй уровень. Можно меня поздравить. Что у нас теперь, июль? Да. Интересно, какая будет зима, если я доживу. О, нифига себе. О, господи.
Так, давайте не будем фантазировать на тему облаков. Ай, блин, забрызгал. Ну прыгай. Ну прыгай. Нет. Я тут подумал, сейчас поеду, и она сразу в меня. А, вот так, да, вот так именно. Это вообще нормально? Что такое? В смысле? Как я об этом вообще должен был узнать? Птицы, рыбы, ямы, все по канону. Да, и все на одном экране причем. Короче, нужно же потихонечку перемещаться. Ждать пока... А это почти и постоянно выныривает, да. Нужно удостовериться, что рыб впереди нету. Да иди ты, блин, взад! Да как... Да чё это вообще такое? Я еще так подождал, ничего нету. Да это ненормально так делать. Игра, блин, для детей. Так, ладно. Жесть какая. Что за адский ад? Где рыбы, блин? Так, она перестала. Так. Рыба. Ждем? Или не ждем? Давай, рыба-яма. Нету рыб. Да блин, иди нафиг. О, какой жесткий. Просто ад. Не, ну вы видали? Ой, жаба. Не, ну это идеальная игра. Это даже жаба. Ой, она еще и прыгает. Блин, и тут рыба поехавшая. В упор. Да и птица разворачивается. Опять, блин, коробка, опять рыбы. Нет. Причем вообще не угадаешь, какая, где будет следующая рыба. Может, на этом же месте, может, через... Чё это? Это чё это? Я вроде пригнулся. А как... Кто... Что это за молния? Или это в меня месяц фиганул? Ай-яй. Какой злой месяц. Блин, музыка прекрасна. Ай, жаба. Жаба. Ой, я чуть не попала. Блин, прекрасный враг. Блин, да что это такое, блин? Ну я уже все, я уже себя загнал в тупик. Блин, четвертый уровень только. Жопа полная. Блин, я надеюсь, тут как-то жизни зарабатываются. Это надо тестить и собирать яблоки, походу. Какая там яйка? А чё яйку? А чё? Ничего не дало. Смотри, я могу успеть взять, если даже гнилое яблоко. О, 50, не 100. Ну и, наверное, жизнь дали. Всякие совы на голову летят. Вот они, да. Ну реально, туда-сюда, она еще из-за скроллинга быстрее передвигается. Нет, да, это реальная жизнь, короче. Такого не было, что... О, я не понимаю, как от нее уворачиваться, еще сзади кроты. Да иди ты, блин, ну что это такое, а? Не, я не успел. Блин. Что? Ну что это за спавн адский ад какой-то? Жалко, он не проскальзывает. Нету в механике скольжения. Мыши в ботах и в штанах, кстати.
А, одна коричневая, вторая красная. Тут разные рыбы. Походу, вот эта коричневая, она перемещается. Во, а если красная, она, наверное, на одном и том же месте прыгает. В этом прикол рыб. Капец. Что-то она больше не двигается. Ай, блин, слишком близко. Да блин, я так и знал. Да какого хрена? Прикольно с рыбами сделали. Не прикольно сделали с рыбами. Вообще не прикольно. Что за адский рыбный ад? Нельзя, нельзя так делать. Ни в коем случае. Это стопроцентная смерть, если ты уплыл от рыбы, которая сзади выпрыгивает. Яблоко падает заботливо в яму, да. А вот чё он спавнится там? Ух, ё-моё, охренеть, как честно. Просто максимальная честность. Ой, вот этого еще надо перепрыгнуть как-то. Ой, как все тут плохо. Ладно. Жук, паук долбанный, да вообще, да это чё такое? Да это вообще не для людей сделано. Надеемся и верим. Потому что всякие булочки есть. А это что это вообще? Заработал, блин, жизнь. Реально меняется. Осенью все по-другому. Колоски какие-то. Яблоки другие, более какие-то сочные. Ой, и тут уже белки, тут уже не мыши. И черепахи из Марьевы. А, из загнивания яблок. Блин, а чё черепаха упоролась? Она так и будет, да? Понятно. Что такое осень? Это белки. Это чё такое? Это босс был. Вы видали? Как я удачно себе этого мопса-то вызвал. Прямо на босса. А то бы я не знаю, что его, прыгать на него, яйки кидать? Как его бить? Ночь сентябрьская. Охренеть, опять босс. Блин, да, я понял, короче, на голову, когда он рукой махает. О, жесть какая. А что, теперь каждый уровень босс, что ли, будет? Эй. Блин, да, яйца работают. Да блин, а чё он тут дамажит, то не дамажит, да какого хрена? Да, я знаю, что меня кулаком стук. Прекрасно. Это что за хрень? Прекрасно, честно. Честность. Вот за что я люблю эту игру. Ну давайте еще раз. Забиваем медведя просто в землю. Ух ты, зайчик!
новые враги появляются. Вот так вот. А, они как жабы, короче, себя ведут. Вы знали, что зайцы, они как жабы. Только зайцы. Ай-яй-яй. Блин, вот это козлина. Яйка выбила белку, да? Да чего ты, блин, не... Блин, я тут больше жизни потратил, чем на фарме. Можно реально нафармить себе жизни. Иначе это было бы, по-моему, просто непроходимо. Да, белки просто вос... Не, вы видели, что было? Если я правильно понял, выскочила белка, ударила ветку, из ветки выскочило яйцо, яйцо ударило ветку еще выше, на которой я был, и из этой ветки выскочила белка в меня. Так было все, да? Это вообще нормально? Да иди ты взад, блин! Гемор, все, конец, заново! О. Ну ладно, я многое понял. Я, в принципе, разобрался в поведении большинства врагов. В этой игре есть коды, и сейвы, и конты. Ой, ой-ой-ой, что случилось? Что с игрой? Средь бела дня потемнело. А, время кончается, я слишком долго это собирал. Подожди, подожди. Прекрасно помог. Спасибо. Давайте вот так. Блин. Шаг яйцам убивает медведя. Ну, как бы, почему нет? Ой. Она выскочила и умерла. Опять, блин, медведь. Ну, чё за фигня вот, а? Шо, сейчас еще зависнет. Ну что, октябрь? Черный, правда. А, кстати, уже ночь, там тоже был октябрь. Блин. Прекрасно. Если вы все разбежитесь. Спасибо. Ну что, новембер? Ух ты, нифига себе, крабы. Крабы. Так вот. И белки прям сразу. Да нифига себе. Вообще нормальные, а? Что такое? Замечательно. Там теперь птица еще летит. Опять краб идет. А время-то у меня идет тоже. Надо было сразу сходно отсягать. Ай, чуть-чуть позже надо было, а? Да, действительно зима. Когда я в следующий раз осилю. Блин, а как это брать? Серьезно? Пингвины, зайцы и яблоки, которые замерзшие, и я не могу их брать. О, а вот здесь, может, и скользит.
Точно, блин, а вот здесь-то скользит. Сверху интерфейс, где 35, иконка пустая, зимой ничего не растет. Ну это жесть. Не яблоки, а снежинки, они в любом случае убивают. Иконка яблока пропала. Он бесконечно скользит. Снежная черепаха бродит. И снежинками кокулят. Блин, полярный медведь. А он не охренел? Подожди, раз. Или сколько? Раз, два. Раз, два, три. А теперь опять раз, да? Нет, два, три. Четыре, блин, да как... Грёбаный рандом. Он, блин, теперь в меня еще и швыряется. Издевательство. Нафиг эту игру, серьезно. Ой, нафиг эту игру. Идите в жопу. Идите в жопу с такой игрой. Это еще первая половина была нормальная. Зима, кстати. Крестьянин торжествует. Да. Нафиг. На кухне с Пашей брать? Да ну, вы повеситесь, и Паша повесится. А потом мне придется повеситься, тут что вы все повесились, а я как не свой. Прекрасная игра. Блин, я думал, я разобрался. Я думал, сейчас есть шанс пройти. Но нет, настала зима, началась полная жопа.